Так а нахрена мне нету столько угов? Заберите и распишитесь. А ты на Синдре умер, починишься. Туда угли, офигеть, блин. Сука, стандал. Какая зараза, это мне вспомнила, блин. А сертификат на песню от Войда реализовывали уже? Точно столько бы, чё? Нафиг я её забрал вообще? Не, ебаска. Я сейчас летаю в БЛА. 20 не стоит. Полторашку она на ОКе. В среднем. Раньше за 80 голдов не покупали. Танки, блядь. То, что что? Заберите письмо, блин. Пускай не тебе. Тихо, Клота говорит. Еще раз. Я хотела спросить, 20к это песня от Войда столько стоит? Даже немного прослушала. Сумасвод на двоих, лимошка слева, рога напуливает Валанара, ханты напуливает Алдорама на сумасводу. Ханты шипы. Смотри, будет он рассказывать, чтобы ты голос не напрягал и песню спел потом. Тебе и не надо. Глупые смертные, думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Лена, есть смысл подняться. Надо подумать. А еще кральку подговори до этого. Ну да. Алексей 500к выбил. Супербанк. Ну ладно, стоп. Я буду. Парк, какой у тебя репертуар? Ее нет. Я все слушаю. Ольгу Бузову поешь? Ну, только нет. Мало-мало половин. А я бы спел. Будет как в мультике жил-был пёс, а сейчас поешь. Кинетики над меликами. Так как только переключаюсь на кинетику, меня проседает комп. Вот. Как и противопоказано, уколы от гриппов. Лимошка на лифте. Кинетика далеко валится. Да,
Надо было выпрыгнуть на вихрь рога. Ну, так я про это говорю. Катушка. Выпад. Как обычно, посмотрит. Дилка ни хера не читает. Спейл. Смотрите, ну, гайды от Войда. Я командира с вами в контроле. Хазара криво. Да. Ну так начальник капитал. Чё постоим-то? Короче, ты имеешь в виду 50 тысяч, 5 участников, каждому по 10 тысяч, да? Пойди, пойди, бегу. Советник. Тактика, заберите. Сейчас меня заебашит. Диспел. Еще раз. Видите, тактика на комнату. Танки, алло, блядь. Да, захожу, подождите, пожалуйста. Реснитель, да. А у тебя что, маны нет? Паротик. Тупо по кругу бегает, может забежать, пизды мне дать. Прям как войт на арене. Че, вроде собирался идти локом на арену с мной. Арена квадратная попалась, он перестал, да, бегать. Я
Интеллект еще маги. Спасибо. Сейчас подвеска упадет. Я думаю, багрух. Не, багрух не упадет. Щит. Это было неразумное решение. Хмель Сунелева, где с центра? Ману не отдавать? Нормально у меня, да? Это как? Уже Рокстер умонал, да? Мы без гидера. Погруха. Я ж говорил. Если я говорю, значит он упадает. Ну это не точно. Получается... Хазарак. Кьюзер? Или Хазарак? Хазарак, да.
Спасибо. Федя, у тебя есть обычные печенки на паладина? Да, забудь только. Привычки на синдру подбирали уже. Вот и бобруха упала. Всего две. А холи пау там на две шмотки. Большого. Славик, если я убью, ну сейчас всех сперва трая и чё, до ПП бот? Сука, нет. Так мы лишь упали на сурке. А Свот, зачем ты забираешь его? А, ты там удобно. На корабль сбежал. Я здесь полил. Ну ты пойду нужен. Только дотянулся, ты спалил. Был на мне болезнь была, точнее магия. Собака быстро слилась. После собаки слева активирую. Мог еще. Две ловушки там. Да. Помежное замедление пошло, когда я активировал. Три ШП, два ханта, две совы и афлик.
Без разницы. Чудо их нету, хаба и Чеславия. И они не забафаны. Один из шаманов природы. Че по магам? Маги под боссом, кого обзвучат, на рейнджа выйдут. А этого без него, блин, полгода идти будет. Захилячу. Только Геру не давай. Два, две минуты, когда еще до Геру. Не, профот она все равно откадышится. Ладно, на тухлики не давай. Там вроде сказали сзади босса стоять. Ну не стоят возле, справа, блин. Я смотрел Гетрисия болевал. Там вот они стоят, и к ним туда хан подбежал. Дайте фризом. Блин, надо. Хард кью-кью. Заключение компьютера. Все откатилось, Гера. Если мертвым притворишься, будет один большой. Да. Боб скидывает агро, слизню бежит в Мелизону, а притворится, он тоже бегает в центр. Пять четверо плевало. Потрясающе!
Да. Да, у меня наручи только такие. Хазарак, станьте чуть правее. Чтобы они видели, что один шаман стоит слева, один справа. Туда. Леточка. Спасибо. Пул. Нет, не пул. Там же квест был на чумку. Да. Ждем. Не, меня выкинул. Давайте, я уже ходить хочу, прогуляться немного. Пятьдесят на пятьдесят. Я думаю, что 60-40. Или зону один. Он не побежит.
Что, тогда никто не упал? На ману? Отдал. Сейчас отлью. По тапке точно. Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Казарак опять. Сейчас даем, потом. Он даже шмотку получил. А, ну да. Я пошел квест, да. Кто не взял, пойдемте брать. Один человек сбегал и все. Одна печенька, одна пуха, одна шмотка. Вроде бы так говорили. Одна пуха, ладно, не одна ли? Шмотка. Это для пугов правило. Вроде для гильдии по токену только такое правило было. А если у тебя, блядь, 500 ПР? А токен это смысл? После профа он останется, можно будет сдать. Пойду минуты на 3. Так подумал, лучше с РС слить приор на наруче. Для того, что там колбы еще нужны всякие сраные. Но я уже не буду рулить, что теперь. Фонаретика. Ну, убийство, да, у меня есть собычки. Просто ретриком никуда не берут. Либо танк, либо маг. Смысл тогда мне спек ретрика держать, если холик нужней? Ну я поспорил бы с тобой. Ну не знаю. Наоборот, ретрик постоянно нужен. Более востребован, чем холипал. Ты не раз месяц назад ретриком ходил в рейд. Хаб, дисконнект, сейчас зайду. Thank you.
А, обязательно надо это озвучивать было. Да, гружу сейчас. Подожди, наливает. Какого слизня я вешу, проклятие? Красный смены бежали. Thank you.
купил, это эти лужи уже. Гимн на манку, кстати. Кому там гимн? Зашибись, пел гимн. Конец коста гимна. Выведи, милики бить не могут. Песенки кто-то Колба, сука. Колба лимошку ушел. Наконец-то перехилил шамана хоть одного. Там нахуй пауэрол кинул, блядь. Сука. Спасибо, Кол. Лимошка же писал вроде. Ладно. Так он же писал, что на халюпала вроде. Нет. Варкан писал. Я за Колбой. Варкан писал за Колбой, да. То брольнул на холика, вернул и решил ничего не ролить больше. Все. Так что. Славик, кидок. Ты не за фул забрал. Почему диспользуется? Сейчас хорошо переставлю. Дживс есть, может, какого-нибудь когда? Да, я же побеждающий. Я рвалась, захожу. А что, у Ханта стрелы закончились? Ханту стрелы закончились? У меня реги есть, 6 извечек лежит.
Нет. Смотри, я буду хазура. Да нахрена, все равно никто не ходит, метки все растягиваются какое-то место. Сейчас, подожди. Все, готово. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничности. Так от чешки, что ли, в этом Колби? Да будет. Ты так рад Колби? В атаку! С обычки его убивает. Хрен знает сколько. Далеко. Иди. Питки на тарелке. Чё, где там, блядь? В Милика. Пёк. Ну-ка, заберите. Че, может, заберешь мобута, блядь?
Ну, вообще в рейде был. Шары играете. Может, кого станет. Дал трусам стан. ДК. Славя. После третьей вальки я лужу. На край. Стань правее, чтобы не дышали в нас, блять, а дышали в тебя только. Вот. Поэтому что?
жары. Не выхнул. Не на кого. Ману хаби можно? Mm, 86 секунд. У меня есть. Какой только есть. Есть на хп только.
чтобы вершить суд над Артас, чтобы уничтожить короля Лича? Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби, иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Что говоришь, не дашь или дашь? Окей. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов. Есть у кого урон духов гневных? В маленьких, то есть. Такие, что летают, да. Да-да-да. Спускались? Которые в комнате? Сейчас дам. Смотри, как я буду воскресать. Ну, что-то кнопку отключил. Игру у нас Ламра и Питкина на вальках унесли, да? Они поверили. Не, Питкина так. Зловещий дух. Бред какой-то. Показывается мне урон. Кого он показывает? Ты станешь первой. Ламрам резали. А Питкина резали, он с нами до конца остался, да? А это звучит, как Питкина не было. О, не, там Тщеславия улетел. Вот, Эндриага, почему-то вот ты меньше меня дамажишь. Это нормально вообще? Разбить эти оковы. Как-то с собой плохо. У тебя по комнатным духам. Вот по зловещим духам Эндриага не вижу твоего 200 тысяч, ну? Невозможно. Не, Ринка, не там, это фолд, ну просто по личу именно. Есть типа? Полученный личом? Ну, именно в лича. Чем? Там, с услетим. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Аркус прилив. Нормально. Аркус. Тоже заберет прилив. Что, холиком идет посохи? Да. Это топ на холи креста. Никому не нужен. Вон лимон забирай, что за нов. Да, он
лимону можно на хулипало скинуть на ушки. Лимошка. Да, пригодилось бы. Ты же говорил, что у тебя прилив. Вот я не ролю, поэтому. Собирай за 10%. Ну, вольте чё. Забрал. За 10%. Почему нет? Ну и холи без хулипало. Угу. Интоксикация выше. Она же вроде забирала печеньку, или это не она была? Интоксикация забирала, ну? Я не помню, сейчас гляну. Нет, ты интоксикация. Нет? Забрал, по-моему, катушку. А, точно, 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 да. Такуще, блядь. Вот это у меня ровно привести, Грац. Тупо... Конин ровно пошел. Тупо на все, кто-то... что не кидай, на все высокий ров. Кто-то будет на ИП заходить? Да, я захожу. Один человек заходит на ИП. Я писал, что захожу. Ну, ты писал, больше никто не писал. Ой, спасибо вам большое, бляха. Че, кому конь ушел? Угадай. Тебе. Нет. Нет. Я не видел, кому там. Вот угадай. У него них начинается на Б. Войт Холли? Ну да. Он ролищик, блядь.